Переправа через Оку в поселке Тумбатино Нижегородской области с 4 февраля стала бесплатной. Соответствующее решение было принято по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на совещании в Минтрансе 3 февраля и согласовано с администрацией Павловского района. Пока не уточняется, стала ли бесплатной перевозка автомобиля. Напомним, решение по бесплатной переправе для жителей Тумбатино поручил подготовить региональному министерству транспорта Глеб Никитин в ходе визита в Павловский район 22 января.